Украина отказалась от участия в Евровидении. Таков итог грандиозного скандала, который разыгрался в стране по результатам национального отбора. Причиной тому стали жесткие требования к артистам, большая часть из которых политические. Национальный отбор на Евровидении в Украине проходил в режиме грандиозного шоу, за которым следила вся страна. В финал в этом году прошли 6 кандидатов. Помимо прочего, ведущий их спрашивал о взглядах на ситуацию взаимоотношений с Россией, а также чей Крым. Зрители посредством СМС-голосования выбрали певицу Марув с композицией «Сирен Сонг». Но позже стало известно, что она отказалась от участия из-за кабальных условий договора. Так в нем были прописаны пункты, согласно которым артист не имеет права на импровизацию, не может давать интервью без согласований, иначе штраф в 2 миллиона гривен. Это примерно 28 миллионов тенге. Это при том, что в этом году, в отличие от прошлых лет, артист должен сам платить за поездку и пребывание на конкурсе в Тель-Авиве. После Марув от участия в Евровидении отказалась еще и 4 финалиста. Организаторы на фоне скандала решили вообще воздержаться от участия.